дождь, ливень, снег, льдины. И три голых бурята тут купаются. Смотрите. Вон, и... Меня уже поджало куда-то. Но, Саня, выйди из кадра тогда. Не, все нормально. Нет, давай ныряй. Что, мне тоже нырять или отдельно? Не, я так уже зайду. Не, ты отдельно его смотришь? Ой, б***ь! Писька в обратку зашла. Куда ты? Где? Мы искупались и вышли с этой ледяной воды. Саня говорит, с какими пипетками? А? Вот с такими. Не-не-не, вот с такими. Пришли выходные, на выходные с друзьями едем в село Приисковое, республика Хакасия, да? Да, в сторону. А, кстати, еще у Сани еще день рождения, вот у этого кренделя. И Жея с нами еще. Ну что, вот мы и приехали, смотрите, темно, дождь, но мы же сибиряки, мы развели костер, один у нас жарит грибы, чуть позже покажу. Посмотрите, гостиница называется След Скул, днем все увидите. Сыроед, грибоед. Наше путешествие продолжается. Мы сейчас сели на машину, доедем до места стоянки, километров 5. А дальше пешком на ледники и озера. Смотрите дальше, что будет. Идем на горные озера, а потом на ледник. Вот наша дорожка. Это мы идем. Представляете, здесь как оазис и людей. Ну, не у всех все сладко проходит. Вот туда надо. Точно. Куда? Вот слева. Вон, под лонжерон туда. Под лонжеронки, да. Сейчас выйдет. Вот ребята застряли из Сачинского оффроуд клуба. Везде путешествуете, да? У нас все впереди. Да, пытаетесь. Да. Давно едете? И куда? Постоянно. Ну, так... Каждый год ездим. Каждый год? Ну, получается, вот на двух машинах, да? А что здесь ну, у вас? На четырех, вообще на четырех. На четырех? Там лагерь у нас маленький. Вот там лагерь у нас, там девчонки у нас. Поехали это, посмотреть озера, а вот камень, вот стоишь рядом с ним. Вот она причина. Вот он камень. Вот она причина. Причина нашего. Ну, камень, смотри. Всех наших бед причина. Дорога не близкая на озера. Видите, здесь даже священные места. Есть места у хакасов, у бурятов. И природа. Природа, мать ее.
Наше путешествие проходит рядом с рекой. Река, не знаю, Сарала, наверное, называется. Смотрите, жимолость даже и ягодки. О, смотрите, как красота. Шум природы, река. Что еще надо человеку? У нас тут есть один следопыт, Разувай. А куда бы его ни затянуло, мать природа везде начинает искать какие-то пути и сложности. О. Вот так вот. А друзей не выбирают. Два человека, которым нужен контент. Это Женя и я. И один веган. И этим все сказано. Дышать, вы не представляете, это не город, это свежий воздух, река, лес, кислороду, аж голова пенит, и Жека говорит, и грязи хватает, ну это вам не город же, чё вы. Давно выбирались? Никак все не могли собраться. Хотели еще зимой сюда приехать. Фу. О, дед как пыхтит. Видите, в горах уже попадаются у нас мелкие водоемы. Холодная вода, Сань? Ледяная? Жека говорит, не упасть. Он может умереть. Когда же ты свалишься, спортивный дед? Все хотят, чтобы я свалился. Не дождетесь. Чтобы на камеру подыграл, упал что ли. Здесь какие-то все поведенные. Смотрите, все немножко изогнутые. А что их повело? Свежий кислород. Что ржут, смотрите, впереди то, что я. Немного повело свежего кислорода. Чудаки на букву М. Молодцы. Ага, молодцы. Дыхалочку хорошо пробивает. Спортсмен ты или шахтер? Тебе будет все равно. Вахтер. Лифтер. Я кто еще придумает? Воздух вставляет, да? Да. Воздух пьянит. Алкоголя не надо. Озеро в горах. Вот это я понимаю, красота. Ледники и озеро, представляете? А вон там еще водопад. Мы постараемся до него дойти. И покупаемся обязательно в этом озере. Видите, какое оно чистое. Вон люди. Видите, вон там. Даже палатки берут и отдыхают. Вот это настоящий отдых. А не отдых в барах и еще в каких-то местах.
Видите, какая бы горочка. А сейчас, если через горочку перемахнем, там еще одно озеро и ледники. Вот так. О, я советую вам сюда приехать, посмотреть. В реально классное впечатление. Просто ух, аж дух захватывает. Начался дождь, но мы же сибиряки, мы привыкли к трудностям. Где-то высота, ну, чувствуется, что воздух немножко сдавливает, что одышка. Но все классно, и мы еще идем купаться на озеро. И на вот эти ледники, посмотрите, что тут творится впереди. Второе озеро перемахнули через горы. И сейчас спускаемся к ледникам и к озеру. Вот смотрите, ледники. Июль месяц. Сегодня какое число? 15 июля. 15 июля? Вот так вот. Вот, вот видите, дед какой преобразился. Холодно уже здесь, да. Наверное, не знаю, сколько градусов, наверное, где 4-5, да? Примерно так. Да, да. Вот смотрите, вот видите, вон, получается, как пещера ледяная. Вот там мы туда сейчас спустимся и там будем купаться. Красота! Ребята, вы реально не представляете. Аж как будто голова кругом идет. Три отмороженных бурята дошли. Мы замерзли. Замерзли, мокрые. Промокли, все. И все равно да, мы будем да. купаться. И все, идем. Свою цель мы не упустим. И дождь льет. Вода ледяная. Мы и мы сейчас будем купаться еще. И подходим. Еще 15 километров топать. Ну и вот и обратно, наверное, не знаю, сколько там еще топать нам. Километров 15. Километров 15? Ну вот 15. Вот смотрите. Что тут творится? Ой, какая пещера. Да. Там, наверное, снежная королева живет. Саня, тут желтого снега нету. Можно любой снег есть. Ребята, возьму в руки снег. Покажу вам. В июле месяце снег. Как будто мы в Антарктике где-то. В Антарктике. О-о-о. Послушайте этот звук. Дай-ка я испробую этой водицы. Ну и как? Вкуснее воды я не пью. Ну что? Ребятки, нам покорились эти ледники, красота, о, смотрите, это что-то, вода зеленая, я не знаю, камера передает свет. Во, вообще я не могу сдержаться. Да, снег, смотрите, ой, он это, снег. Ну и вот, сейчас раздеваемся, здесь будем искупаемся. Мы же сибиряки, народ простой, видим воду, лезем в воду. Вот один голый абориген идет купаться. Как водиться? Отлично. Свобода! Интересно, кто-нибудь заплывал туда в дырку? Ну, не знаю, в дырку в эту заплывать опасно. У меня тоже горячий один. Не, я так только зайду. Ебать! Ты отдельно его смотришь? Ой, блядь! Ебать!
Ладно. Вышел. Бог любит троицу. Вот смотрите. Я погнал. Этот чудик еще. Возвращайся назад. Живой. Возвращайся назад, давай. Да он что-то, у него глаза бешеные. Мы искупались и вышли с этой ледяной воды. Саня говорит, с какими пипетками? А? Вот с такими. Не-не-не, вот с такими. Друзья, ну вот мы и покупались. Мне кажется, это место священное. Это реально придало нам духу. Мы обнулились. Сняли все грехи с себя. Перезагрузка. Перезагрузка, вон Женька говорит. Оделись и в обратный путь. Да, обратный путь будет нелегок, вот, так как все тропинки, все размыло. Главное не переломать ноги. Вот такие путешествия меня, по крайней мере, куда-то пробивают на какую-то философию. Человек, он очень жалок по сравнению с матерью природой. Жека, так ведь? Ничтожество. Такая, а это сила, такая энергетика. Да, энергетика здесь вообще просто такая, показывает, что не мы хозяева этой жизни. Есть покруче нас, где-то там, а может быть и в наших сознаниях. Хорошо. Вот сейчас, кстати, не душно. Дождь льет. А прикольно. Прикольно вообще. Люди, кто проживает в Красноярском крае, в Хакасии, приходите на этот ледник, смотрите. На эту неописуемую красоту. Жаль, многие этого не видят. Друзья, но зато вы увидите. Вы будете путешествовать рядом с нами. Ну скажи, ты подожди. Скажи, что ты? Ну, скажи. И подпиши. Подписывайтесь на спортивного деда. А ведь он правду говорит, ребята. Подписывайтесь на мой канал, те, кто еще не подписался. Будут и путешествия, и спорт. Идем назад. О, дождик моросит. Сейчас выходим на первое озеро, на котором вначале были. Это реально. Такую энергетику я давно не получал. Это почище всякого кофе и энергетиков химических. Это энергетика такая душевная. Если бы была погода теплая и мы подольше вывели бы, я немножко посидел, пофилософствовал, ну, посидел просто, грубо говоря, помедитировал, потому что мне вот это путешествие реально что-то в человеке открывает. Кому-то третий глаз, у кого-то, может быть, откроет что-то в себе, что давно было закрыто. Людей, может быть, которые курят, там, пьют, может быть, их поставят на правильный путь. Зависимость какая-то может быть
я такое чувство реально возле этого ледника и этого озера, что присутствует какая-то, ну какое-то присутствие чужое есть, и причем мощное, которое смотрит на тебя, наблюдает за тобой, может быть, и в дальнейшем направит в нужное русло. Может быть, это я сам себе так внушаю, или, ну, мне считаю, мне кажется, что это так и есть. Акасия, конечно, впечатляет, если честно, меня. Я не видел таких мест вообще никогда. Видите, как все тут. Тропиночка у нас размытая, все грязюка. Тут надо идти вдоль, Сань, по кустам. И опять же, и спорт это, и прогулка. И удовольствие, полученное от снимков, от фото, от видео. Не, у меня аж еще сегодня баня. После этого мы мокрые. Сейчас придем в баньке, попаримся. Это что-то. Все неземные удовольствия. Ребята, это шикардятина. Ну, хотя есть люди... Некоторые, опа, и любят комфорт, и ванны. Есть у меня такие друзья. Да. Они самые. Ну, а мы простые. Налево, направо. Да, Сань? Никулин! Налево пойдешь, Никулин. Меня потеряешь, направо. Направо, направо. Там направо. Это, Никулин, чего у тебя нос красный, а? Слышь? Прохладненько, прохладненько. Замерз? Бобик, да, дошли до первого озера, и сейчас нас ожидает самый жесткий спуск. Там, кстати, такая гора крутая и очень скользко. Да, уже пчихаем, но купались. Сегодня баня обязательно. На горе стоим, стоит статуя. Едим сосиски. Сосиски большие. Не то, что как у нас были сосиски маленькие после ледника, когда мы вылезли. Вкуснятина, вы не представляете. Это что-то. Там, смотри, дорога вон идет сверху. Вот такой у нас обед. Видите, такой обзор. Пентхаус отдыхает. Рестораны, которые дорогие, да? Вот. Понимаете, люди, в таком месте даже веганы едят мясо. Греться надо, холодно. Экстремальная ситуация. А другие буряты, видите, как за две щеки, они даже не говорят, только едят. Смотрите, какая. О, красота.
Красота! Это мужики! Это получается. Не, это оффроуд, оффроуд человека. Проверяем человека на проходимость. Да? Ой, ёп! Я так еще думаю, он на нас смотрит. Вы с кроссовкой, что ли, собрались? Не зря же нам. Один из мужиков сказал, вы, говорит, в кроссовках пойдете в поход? Мы говорим, да. Он заулыбался и говорит, ну, наверное, пройдете. Ёп, твою мать! Ёп твою! Дорога домой, конечно, наиболее приятна. Просто прошли достаточно много пути и легче. Идем вниз с горы и все. Ой. И с чувством выполненного долга. Все трудности мы преодолели. Да, да, преодолели. Все задачи выполнены. Да, спускаемся вниз. На сегодняшний день, а завтра пещера у нас. Да. Завтра пещеры. А, ну да, мы подумали, что завтра, может быть, даже посетим пещеры, здесь какие-то есть. Иванушка, ты где? Аленушка! Какая Аленушка тебе? Дед? Да, дед. На дороге у нас встречаются небольшие препятствия, но так как у нас ноги уже мокрые, да и мы все сами мокрые, мы... Отмороженные. Да. Как замечательно. А кто-то идет и вон туда. Упади, Жека! О, тут где получается самые ледники... Еще левее. Это мы там были, через гору еще перевалили, там где купались. Вот такое расстояние. И нам еще идти еще километров 7 до базы. Наша дорога размыта. Идем по дороге с облаками. Очень нравится, когда мы возвращаемся назад по дороге с облаками. По дороге с облаками, с мудаками, да? По дороге с мудаками? Ну вы вроде как не мудаки, а друзья. А друзья? Не-не. А чудаками. А друзья бывают мудаками? Не бывает? Только чудаками. Но вы-то да, вы-то чудаки. Как бы сказал наш друг и товарищ Артем Дунаев, сказочные бы. Артем, если бы ты с нами пошел, я тебе скажу, не знаю, дошел ли бы ты туда или назад, но не факт, не твое, это точно. Лучше ехать в Сочи. Лучше ехать в Сочи? Вон, посмотри, Артем, Саня загорел как. Ну что, вот мы вернулись на базу. Пройдено пути, не знаю, сколько примерно километров? 18-20 пройдено? Примерно, да. Да, пройдено вот 18-20 километров. По времени, ну, где-то часа 4, может 5. Мы назад шли. Все. Сейчас, надеюсь, если все нормально, будет баня и отдых. Баня. Русская баня. По следам, по следам. Come on.
просто теплая. Теплая? Вообще, как дома, давай. Дома холоднее вода. Давай. Вода ледяная, горная река, но сибиряки стойкие парни. Видите, медитирует, своим богам молится каким-то, или бурятским, или еще каким. Богу Вигану молится своему. Второй день съемок, пошли поснимать, тут есть какие-то пещеры. Пойдем посмотрим. Мы только вышли. Ливень просто начался моментально. Я даже камеру не успел включить, потому что лило как из ведра. Минут где-то 10, он 15 лил. И все. И моментально также закончился. Погода меняется здесь моментально. Облазили уже столько леса, обходили. Смотрите, смотрите на заднем моем фоне, какие виды. Это что-то. Давно я так не ходил. Ну что, смотрите, нашли мы все-таки заброшенную. Это что это? Шахту заброшенную. Вот смотрите, Женька у нас уже залезла. А здесь, ребята, такой холод ледяное просто. Из фильма ужасов? Да, да, да. Ну и нахер, я вниз, внутрь не полезу. Давай я. Дай мне свет. Вот это да. Такой дубак здесь, не представляете. Женя у нас экстремал. Здесь, конечно, все уже очень... Вот смотрите, все разваливается, а Женя залез внутрь. Может завалить. Пошел бы туда подальше. Блин, ну в принципе, да, в сапогах можно было бы проверить, насколько хватит внутреннего, как сказать-то. Ну, очко железное. Да, насколько очко сужается, проверить по максимуму. Жесткая тема, да? Очень-очень. И там можно фильм ужасов снять, да, какого-нибудь это получается. Оттуда, да, из-под воды. Ну, чужой. Салат. Вот, чужой. Да, такой по стенам. Ну, я заходить не буду, однозначно. Это у нас Женя экстремал. А я нет. Представляете, шахта. А тут, может быть, кстати, и были завалены люди. Значит, здесь энергетика должна быть такая очень негативная, если есть были трупы. Да. Ой, дубак не. Когда-то здесь было помещение, может быть, здесь добывали золото. Вот. Ой, все развалено. Когда-то же здесь жили люди. Да. Я же высоты-то боюсь, побаиваюсь. Вот сейчас пойду посмотрю. Близко, конечно, я не буду подходить. Пускай люди жертвуют собой. Вот. Посмотрите. У нас Женя, фотограф. Ой, не. Дядя Вова, конечно, сюда на край не будет подходить. Йо, у меня уже голова даже кружится. Нет, это не мое. Высота, это не мое. Красота. Все, идем домой.
наши выходные подошли к концу. Все полон эмоций, наверное, через край, да, Жига? Полные штаны. Полные штаны. Не, полные штаны у нас воды. Это было вчера. Ну, кстати, мы сейчас походили везде, и дождь опять начинается. Опять. Погода нас, конечно, здесь вообще не баловала. Выходило солнышко, не знаю, на полчаса и все. Зимой здесь вы просто не представляете, что творится. Здесь люди приезжают с Москвы, с Питера. На снегоходах здесь катаются. Здесь очень дорогие снегоходы. Там по 1,5 миллиона у людей. И здесь снег выпадает. Вы не представляете, говорят, как там, как пух или как снег. Но я-то не специалист в этом плане. До 3 метров пуха. Жека, как называется снег? Пух или как? Пухляк. Пухляк? Вот видите, пухляк. И катаются здесь, бывает, люди ныряют на снегоходах прям в снег. Got you inside my head, inside my head, and you're never coming now. I don't know what you do to me. Maybe I'm insane. Oh, I just want you to stay. All night, night, baby, all night, all night, night, baby, I want you to
Здравствуйте, дорогие гости. Вот снимаем это данное видео, рассказать маленько, что у нас происходит здесь в Приисковом в летний период. Очень много гостей в плане посещения этого места. Для вас, дорогие гости, готовим новые услуги. У нас расширяется спа-зона в нашей бане, в банном комплексе. А также мы вот строим новый ресторан с очень вкусными блюдами. Будем делать акцент на сибирские блюда, так что останетесь только рады от нашей вкусной еды. Также мы предоставляем обучение катанию на снегоходах. Вот уже грядет новый сезон, он не за горами. Так что, дорогие гости, ждем вас к нам в Приисковый, в Мекку снегоходчиков. Мы находимся, Республика Хакасия, село Приисковое, Орджоникидзевский район. Грубо говоря, это 500 километров от Красноярска. Так что ждем в гости. Ну что, вот закончились наши выходные. Уезжаем с Приискова. Спасибо всем людям, кто нас тут терпел и помогал тут. Особенно этому человечку. Приезжайте Руслану. В гости еще. Да, да, будем приезжать. И вы приезжайте, кто будет смотреть. Все, давайте удачи вам, парни.